На площадке Бендерской центральной городской больницы с президентом обсудили проводимую реконструкцию и потребность в дальнейшем ремонте. В этом году по программе капитальных вложений выделено 450 тысяч рублей. Куда мы идем? На инфекционный. Инфекция. Да, это у нас корпус один терапевтического профиля, вторая часть корпуса – это инфекционное отделение, состоящее из двух этажей. В Бендерской горбольнице ремонтируют один из старых корпусов. В нем находится терапевтическое и инфекционное отделение. Одна из проблем – канализация. От старых труб почти ничего не осталось. Нужно было срочно менять. Помогли капвложения. Я думаю, что мы должны восстановить этот корпус, потому что, в принципе, такое техническое состояние объекта, оно позволяет это все выполнить капитальным ремонтом. То есть, если будет заменена кровля, восстановлены палаты, ну, часть уже в подвале уже работы выполнены, но еще часть необходимо сделать. Этот корпус 1967 года. В планах обновить его полностью. Во время пандемии здесь был ковид-госпиталь. В инфекционном отделении отдельные боксы для пациентов. Помещение специализировано, все инфекции сюда. Здесь и грипп сюда, да, вы приблизили? Да, у нас же есть здесь койки для детей и для взрослых. Городу без инфекции? Да здесь единственное, куда дети поступают. Они не поступают в БЦМР. Все инфекционные заболевания дети и взрослые только здесь. На ремонт всего корпуса нужно порядка 8 миллионов рублей. Вопрос еще будут обсуждать.